нахрена жрать капусту, если есть картошка? Картошка гораздо вкуснее, чем капуста. Нахрен нужна капуста, если есть картошка? Картошку можно пожарить, отварить, сделать пюре. Куча всяких блюд есть с картошкой. Есть мясо по-французски охрененное. Я вам расскажу, как делать мясо по-французски. Берешь противень, намазываешь его маслом, покупаешь свиные эти... Ну, можно купить свиное мясо уже нарезку. Отбиваешь его молоточком, кладешь на противень. Все это смазываешь, опять же, маслицем. Мясо хорошенечко отбить. Потом нарезаешь картошку, ну, чистишь ее ломтиками, нарезаешь, кладешь сверху. Дальше майонез, потом тертый сыр, ну, специи по вкусу. И в духовочку на часик. А капуста? Я вот лично вообще терпеть не могу капусту, я ее не люблю. Не знаю, нахрена она нужна, если есть картошка? Абсолютно понятно. О, прикольный. О, боже! Вот и вам. Ой-о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 й! Ой, какая! Ой-ой-ой-ой-ой-ой, какая сладенькая! Какая сладенькая!